Я приветствую всех подписчиков и зрителей моего канала «Одесса» 13 декабря. Сегодня появилась информация о том, что Одесский порт возобновил работу после обесточивания в результате российской атаки дронами «Камикадзе» 10 декабря. И сообщают о том, что из портов Большой Одессы вышли 8 судов, на борту которых 238 тысяч тонн агропродукции. Корабли отправились в Азию и Европу. Так что зерновой коридор действует, несмотря на блэкаут и ракетные обстрелы. Буквально вчера я выставлял видео с кораблями на горизонте. Сегодня вы тоже можете их наблюдать. Кстати, если не ошибаюсь, даже их сегодня 8, как и сообщают источники информации. Вот. Не знаю, не помню времени, до какого числа будет работать сделка вот, зерновая. И информация о том, будет ли она продлена, еще пока не поступала. Я на связи, не забывайте подписываться. До встречи, всем пока.